1 января АвтоВАЗ повысил цены на весь модельный ряд. В среднем автомобили отечественной марки подорожали на 2,3%. Заметнее всего прибавила флагманская Лада Веста. Базовый седан теперь стоит 629 900 рублей, плюс 3,8%. Модификация Веста с вариатором 751 900 рублей, плюс 2%. Метановая Веста CNG 836 900 рублей, плюс 1,8%. Вседорожный седан 776 900 рублей в базе, это плюс 2,5%. Универсалы Веста СВ и Веста СВ Кросс 706 900 рублей, плюс 2,6%. И 813 900 рублей, плюс 2,8% соответственно. Самая дорогая в линейке Лада модель Веста Спорт подорожала до 1 042 900 рублей, это плюс 1,5%. Стоимость бюджетника Лада Гранта в кузове седан теперь составляет 455 900 рублей, плюс 2,5%. Универсал Гранта Кросс стоит от 574 900 рублей, плюс 2,7%. И драйверская Гранта Драйв Актив от 640 900 рублей, плюс 1,7%. Внедорожник Лада 4×4 вырос в цене до 538 900 рублей, плюс 2,9%. Универсал Ларгус в пятиместном исполнении подорожал до 615 900 рублей, это плюс 3%. Кросс-версия до 775 900 рублей, плюс 3,2%. С приставкой CNG до 897 900 рублей, это уже плюс 2%. Меньше всех надбавка затронула хэтчбэк Lada X-Ray до 619 900 рублей, плюс 0,8%, а его кросс-версия на механике стала дороже до 767 900 рублей, плюс 1%. X-Ray Cross с вариатором в цене в базе 854 900 рублей, это 0,9%. Всем привет! Январь 2020. Обратите внимание на стоянку. Какие проплешины. Подразобрали машины в декабре. Просто офигеть как. Смотрите, сколько пустого места. На второй стоянке там вообще машин не осталось. Я извиняюсь за голос, простыл. Видите, тут тоже проплешины туда. Тоже нечего. Там нет. Там вот все повыдернуто. Ну и, соответственно, вот тут перед Новым годом про все было в машинах, автовозы привезли. Теперь, как видите, ничего не осталось. Эх, новенькая Лада 4×4 Урбан. Но, блин, снегу еще не мытая. Попробуем снять потом попозже. Видите, у нас тут туманки появились. Ну, грязно, что снимать, правильно? Ну что, пойдемте в салон, посмотрим, какие цены, что успели накрутить из допов. Собственно, так-то вроде по идее наценка небольшая, но тем не менее все равно неприятно, согласитесь. Идемте в салон. Итак, мы с вами в салоне Лада. С 14 числа старт продаж обновленной Лада 4×4. Вот тут она будет стоять. Версия Urban с туманками. Ну а пока вот то, что есть. Смотрим. Веста SV Cross. Я так понимаю, теперь вот эти машины будут в средней комплектации стоять, в салоне в топовых не будут, потому что, чтобы не шокировать покупателей миллионным ценником. Ну, собственно, наверное, как и Solaris. Тоже подорожали Hyundai, потом заедем. Итак, давайте смотреть. Lada Vesta SV Cross. Исполнение люкс 1.6, 16 клапанов, 113 лошадей. И стоит здесь вариатор. Как обычно, вот отсюда у нас пошли доп. Упоры капота, сетка, бампер. Сигналка с автозапуском, ковры, салон, багажник. Это уже затоплатный за цвет, я так понимаю, 990 400 рублей. Это у нас исполнение люкс. Ну, давайте посмотрим, что в салоне. Туманки имеются. Вот все время обращаю внимание публики на что? На колеса, да? Сейчас смотрел на сайте Hyundai про Solaris. У них получается, что везде в базе и в комплектации комфорт вообще идет, вернее, идут штампы и колпаки 15 размер, и уже в топе
Вот идет литье, и все равно 15-е. А тут, смотрите, у нас 17-е колеса, блин. Ясное дело, что они как бы дороже. Все возмущаются, что такая цена. Так из этого все и складывается. Вариатор. Ну, такой вот люкс. Неплохо. Климат-контроль, круиз тут. Подарив сиденье, трехступенчатый бокс-подлокотник. В общем-то, вот такая тачка еще и неплохо. Но опять же, нужно понимать, что в эту цену 990 тут уже включены допы. Опять же, вот эти колеса здоровые. Плюс только, по-моему, пластиковый вес. Он машину удорожает 1000 на 30 с чем-то. Вот и считайте. То есть, если кому вот такая версия не нужна, то вполне можно, допустим, обойтись и обычным универсалом, я так понимаю. X-Ray Cross, смотрим. Да, тоже теперь и Splenilux стоит, и здесь стояла Grand Drive Active, убрали ее. И теперь вот видите, у нас вот с вариатором машина, и тут колесо-салон багажник, допов немного, 965 700 стоит машина. Ну тоже, смотрите, вот этот вот обвес пластикового, да, уже к цене сколько идет плюсом, и вот такие же тоже колеса. Резина Continental 215 50 R17, соответственно, сразу вот такие вот колеса цену машины поднимает. Фетровые подкрылки. Ну вот видите, здесь вот такой вот рычаг, а вести чуть по-другому. Вот напишите, вам какой больше нравится, такой, который, кстати, стоит же и в Логанах, и в Каптюрах, или все-таки такой, как вести. А вести, напомню, у нас стоит этот рычаг от Fluence. Ну, тут тоже, в принципе, все есть. Радио, музыка, климат-контроль, подогрев сидений, подогрев лобача, ну, комбинированное сиденье, подлокотник. В общем-то, такая тачка на вариаторе. Идем дальше. Лада Гранта. Итак, это у нас вот что? Хэшбэк, комфорт. И с автоматом. 98 лошадок. Смотрите, 660 300 рублей. И тут вот у нас вот пошли антикор, защита, амарты, капота, сетка, бампер, колесо-салон, багажник. Вот это все допы. Вот такая цена теперь машины с допами и на автомате. Ну тут что сказать. В общем-то, кондиционер есть, подогрев сидений есть, автомат стоит. Ну такая машинка для города, ну как бы, ручкой не маслать, вот включил в положение D и погнали, все. На остановке в паркинг и поехали. То есть, как бы, вполне такая машина, я считаю, ну как, если вот как где-то курьерская или что-то еще, да и просто денег нет, допустим, вот такую тачку не купил пока, зато она новая, на автомате, ближайший год, полтора, два, три покататься, а дальше уже как бы ситуация разрулится, допустим, и что-то уже купить более получше. Веста СВ. Еще одна версия кросс, вполне люкс, у нас тут 106 лошадок и 5-ступенчатая механика. Смотрим, вот отсюда пошли допы, антикор, защита картера, сигнал к сатапскому, тонировка, амарты капота, ковер-салон, багажник, 930 тысяч, 400 рублей стоит вот эта машина. Ну, доплата за цвет уже здесь, вернее, доплата за цвет уже здесь включена. Тоже здесь у нас есть климат, комбинированное сиденье, бокс-подлокотник. Понятно, что есть плафон в потолке, у нас, видите, есть очечник. Ну, такой вот тоже универсал, исполнение кросс. Идем дальше. Шина зимняя шипованная, формула, 155 55 R16. И смотрите, у нас какая цена, 30 76 рублей. Лада Веста Кросс, исполнение люкс, 1.8, 122 лошади и механика. Пакет мультимедиа имеется. И вот такая цена, 932 900 рублей. Соответственно, вот отсюда пошли допы. Видно, да, вот так все. Ну, вот вам седан в исполнении кросс. Большой экран, у нас тут в виде ручка. Но тоже уже стандартная
бокс-подлокотник. Солярисы даже, по-моему, в топе его нет. Нужно докупать, если я правильно помню. 30 тысяч этот пакет стоит. Кстати, солярисы тоже подорожали. И теперь за доплаты за свет седан в комфорте стоит 935 тысяч рублей. Идем дальше. Лада 4.4 Бронто. Ну, как видите, пока еще стоит такая старенькая. Как я сказал, 14 числа уже старт продаж. Бронто, исполнение стандарт, 1.7 литра, 8-клапанник, 8 лошади, 5 МТ. Здесь еще у нас есть пакет имидж. И вот такая цена. 808 тысяч 900 рублей. Ну, опять, вы же скажете, нихера, блин, пардон, нифига, что уже, вот, типа, вот эта машина Лада 4.4 уже стоит 808 тысяч. Ну, извините меня, тут, смотрите, это же необычная совсем, которая, вот, кстати, даже сейчас уже обновленная, уже будет стоить в базе 538, а это 808, да? Тут, смотрите, какие колеса, какая резина, то есть все совсем по-другому. Видите, тут сколько всего навертели. То есть это совсем другая машина уже. Ну и вот, давайте еще посмотрим. Видите, как у нас вот так все это было. Теперь все это будет по-другому. Ну, я так считаю, что все-таки более теперь такой классный вид стал. Вот этот вот потолок тоже заменили. Вот эти все козырьки, которые, видите, так все болтается, заменили. Здесь заменили. Ну, в общем, классно то, что машину обновили. Ну и теперь у нас из-за ГЛОНАСС будет антенна активная на крыше. Идем дальше. Видите, у нас вот X-Ray. Машина крутится, что-то ему все показывает Леха. Сейчас, наверное, будет брать. Видите, у нас здесь датчики парковки задние. Кстати, давайте посмотрим тогда, раз открыто. Подсветка. Тут у нас еще лючок, там лючок. Здесь, я так понимаю, да, вешалки для сеток. Ну, еще здесь, или можно, допустим, какие-то пакеты здесь повесить. Нормально все сделано. Это у нас комплектация, кстати, клап. Видите, как. Ну, вот 205-55R16. Но тоже не 15-й, но вот эти колесики, да, они подешевле стоят, чем на этот X-Ray Cross. Барабаны, тормоза тут. И давайте посмотрим, что здесь. На ручке климат-контроль здесь имеется. Музыка есть. Ну, в общем, что. Давайте посмотрим цену. Сколько же просят за все это дело. Подкапотка. Странно, что здесь нету, у нас, видите, шумки. Давайте посмотрим, сколько стоит эта машина. Lada X-Ray, исполнение клап, 1.6 литра, 16 клапанов. 5-ступенчатая механика, 106 лошадок. И тут тоже вот пошли IT-кор, сигналка с запуском, колеса в багажник. И вот такая цена, 794 400 рублей стоит вот эта машина. Ну, черный цвет, красивая тачка, конечно, смотрится. Разговоров нет. Идем дальше. А вот у нас еще Vesta седан. И еще она у нас с пробегом. Видите, здесь шипованная резина, дефлекторы. И тут, видите, у нас робот. Экран мультимедиа большой, бокс-подлокотник, подрыв сидений. Там сзади еще, как видите, тоже подлокотник имеется. Давайте посмотрим, какой пробег и сколько спросят за такую машину. Исполнение люкс, 5 МТ, 120 лошади, пакет престиж здесь имеется. Ну вот, смотрите, какая цена, пробег. 13 600 4 тысячи, и такая вот цена 150 тысяч рублей. Как считаете, дорого за такую машину? Идем дальше. Лада Гранта. Универсальчик. Штампы, колпаки. Вот такой цвет. Вот кто-то писал почему-то, что у нас все такие эти цвета незрачные, там серые, блеклые. Ну, мы с ним, с этим человеком пообщались. Я говорю, ну а что делать? У нас, во-первых, климат такой в стране, что суровый. Вот. Ну и, естественно, все эти пескоструи, школы, смотрите, все летит, грязище. Поэтому народ и старается как-то вот такие цвета выбирать, где там, если подмазал, что-то подтер, чтобы не видно было. Вот. Ну,
авто компании. Конечно, когда яркие цвета у машины, это красиво все, но в нашей стране это не совсем практично. Что здесь? Подогрева сидений нет, кондиционер есть. Пятиступка механика, музыки нет. Ну не знаю. Давай смотреть цену. Что же просит? У нас даже, кстати, ручные регулировки зеркал. Ну хотя у нас здесь есть передние электростеклоподъемники. Уже хорошо. Давайте смотреть, что просят за такую тачку. Это у нас универсал с половиной классик. 1.6, 8 клапанов. Пакет Optima присутствует. И вот такая цена. Тут даже опять вот пошли, смотрите. Антикор, защита двигателя, упора капота, сигнал с связью, тонировка, колесалон. То есть это все допы. И вот такая цена машины. Вот такие машины в салоне. Как вам цены? Пишите, комментируйте. Всего всем пока, счастливо.